Всем привет, привет! На канале Emily Family. Сегодня будет распаковка вот таких коробочек. Да, ребята, будем распаковывать такие коробочки, свитбоксы и фреш тойс. Доча, с какой ты хочешь начать? Какая тебе больше нравится? Вот с этой? Тебе помочь или ты сама? Ты сама? Давай, я помогу, будет быстренько. Я тебе пакетик отдам, ты сама справишь. Нет, сама? Ой, порвала. Порвала. Ну ничего страшного, нам же коробочка не надо. Тут целые два обычных монстра. Целые два монстрика будет, да. Ну давай, смотри, кто там. Тут еще пакет. Еще пакеты? А вот, давай-ка что? Посмотрим игру. Вау! Ух ты! Да, я покажу. Это игра. Ничего себе. Тут правила игры и целая коллекция вот так, таких монстриков. Монстрики маленькие, ну да, они идут, наверное, вкусняшку как вкусняшку потом съедим. Да, вкусняшку потом, игра тоже потом. Угу. Будем потом играть. Вот. А это у нас первый монстрик. Ого, как ты его открыть? Ничего себе. Упакованные они, конечно. Ну, как? Дача, на тебе первое я открыл. Ты доставай. Кто это? Кто это? Я буду открывать пока второго. Кто это? Не достается? Ой, бум-бум. Ого, какой классный. Вот такой вот монстр. Ну, пластиковый, ярко-розовенький. Давайте. Желтыми глазками. Прикольно. Прикольно? Да. Тебе нравится? Ну, тоже зубки. Только не вот. Ну, давай второго попробуем открыть. Ну, давай. Но тут уже другой. Шоколадный. Какого цвета, как думаешь? Я думаю, синего. Ты увидела просто. Ух ты, колючий какой, слушай. Так я не увидела. Мне пальцы колет. Вот такой вот монстрик. Так кто, покажите? Сейчас тебе покажу. Такой колючка. Держи. Смотри какой. Ого. Давай их ставь перед собой, чтобы их было видно. Дальше. Такая коробочка. Это мы уберем. Свитбокс. Помогите, пожалуйста. Помогите, пожалуйста. Ну давай. Чик. А тут одна игрушка. А конфетки? Конфетки, конфетки потом. Помочь? Все конфетки потом. Давай, я надору, ты достанешь. А, кстати, а какой вам нравится? Какой вам больше нравится, синенький или розовенький? Давай их поближе поставим вот так. Монстрики. Потом будем с тобой в игрушку играть. Кто у нас там? Ух ты, тигренок! Ничего себе, а смотрите пакетик? Какой. Блестящими золотыми глазками. Вообще такой класс. Он шот. Такой бархатный, мягкий. Но я хочу машинку. Класс. Не, машинку давай в конце. Сейчас давай. Какую? Эту. Еще раз свитбокс? Ну давай. Ну тигренок вообще классный. Я уже сама справляюсь. Бархатно. Ой. Давай, я коробочки буду убирать с конфетками, ты, главное, доставай игрушку. Помочь? Или ты сама? Ну, вот это ты силач. Смотри, сейчас уронишь, дай. Давай, силач. Пальцы болят. Пальцы не болят. Давай, доставай. Кто у нас там сегодня? Я сегодня за кадром, вы видите только мои руки. Ух ты, олененок какой, смотрите. Еще вот такой давайте. Глазки у него синенькие, блестят. Вообще классные игрушки, они бархатные, такие мягкие. И следующий как? Приятные на ощупь. Класс. Давай. Не, поставь сюда. Сюда, к тигренку. Угу. И опять свитбокс, давай, может, какой-нибудь из этих? Нет, я еще это. Вот ты. Давай, я достану сразу пакетик, открою. Там, как всегда, конфетки, которые доча будет есть потом. А это мы пока убираем. Это нам мешает.
Так, ну что у нас тут? Как думаешь, кто там? Кстати, забыли же показать, какая коллекция там может быть. Где-то тут должна. Сейчас, секунду. Не, нет. Обычно вкладыш. Ну давай, доставай. Не повторка? Лисичка! Да ты что, у нас все три один разных. Ни одной повторки. Вау, смотрите, какая прикольная мордаха. Поп, ты видел, Туся? Вообще обалдеть. Сейчас посмотрим, какая у них коллекция. Лежит, балдеет. Вообще классные игрушки. Да, вот такая вот коллекция тут может быть. Кстати, в прошлый раз мне попался, смотрите, какой вот такой. Снежок. А этого знаешь, как зовут, оказывается? А? Тигруша? Олененок? А вот этого зовут Хитруля. Хитруля. Хитруля, а да. А вот этого зовут Пятнышко. Пятнышко? Пятнышко. Олененок Пятнышко. Ну сейчас я думаю. Давай, у нас осталось три коробки. Какую ты сейчас открываешь? Fresh Toys, да? Помочь? Тут вот такие. Давай покажем. Ну вот такая вот тут коллекция может быть чудиков. Прикольно, интересно, какой попадется. Кстати, мне когда-то попался где-то, я помню, вот такой. Вот такой, вот такой, вот такой, говорит, попался. И вот такой. Ну давайте посмотрим, что у нас тут. Как вкусняшки. Тут мармеладки. Я тебя открыть. Уберем пока их в стороночку. Отлично, такая упаковка. Ух ты, тут их сразу видно, слушай. Вау, класс. Ну, красивый, давай я надорву и достань. Доставай. Вау. Обалдеть, смотри. Он еще с крылышками. Смотрите, какой классненький. У него тут еще головка блестит. Ой. Волосики блестят. Сзади крылышки прикольные. Вот такая вот мордаха. Прикольно. Надо интересно посмотреть, как его зовут. Давайте посмотрим, как его. Вот он. И это получается Буль-Буль. Буль-Буль его зовут. И дочь уже следующую коробку открывает. Ну давай. Вот такая вот коллекция у нас. Тут и совушка, тут зайчики, бегемотики, енотики, мишки. Ну давай я открою, надорву, как всегда, а ты будешь доставать. Там хочу смотреть. Игрушка и мармеладки, конфетки. Это убираем. Не страшно. Бесстрашно. Да, мне это страшно. В общем. Кто тебе там попадется, как ты думаешь? Я тоже не знаю. Да. Надеюсь, не медведь, он у меня уже есть. Надеюсь, не медведь? Так он у меня уже есть. Ну держи. И кто у нас там? Скунс. Скунс? Это не скунс. Кто это? Это, наверное, какой-то котик. Это с розовыми глазками. Давай посмотрим, где наша коробочка. Котик. Это не она. Вот она. На кого, ребят, он похож? А тут такого вообще нету. А нет, вот есть, наверное. Это, скорее всего, Митя. Это енотик, наверное, будет. А тут нарисовано, что это скунс. Нет, это обезьянка, доча нарисована. Глазки у него блестят. Ну, я бы больше сказал, что это какой-то котик. Ну, у тебя выбора нет, просто. С красным носиком. Красивый тоже, бархатный, мягкий. Очень приятно. На ощупь игрушка. Сюда. Ну давай сюда, хорошо, подвинем их всех. А что, могу открыть? Честно. Давай помогу. Я думаю, вот такая сейчас. Давай помогу. Ну вот такая коллекция. Здесь их получается 6 штук коллекции. Так что собирать 2, не так долго. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Как всегда у нас тут. Да, опять такие мармеладки. И опять такие мармеладки. Мишки мармеладные. Тут, кажется, полицейский. Не знаю, я надрываю, ты открываешь. Да? Давай.
Это не полицейская. Вау. Вау, ничего себе. Ой, ну выключу. Обалдеть, какая тачка спортивная. Давайте посмотрим, какие тут еще есть. Спортивная тачка. Значит, тебе машинки нравятся? Ну, я девочка. Ну, показывай нам, что там хоть. Что за вклад? Так, что у нас тут? Это у нас получилось гуф. Гуф? Коллекция, да, из 7 машинок. И это получилось гуф. Такая вот распаковочка, ребят. Такие вот игрушки. Солите, друзья. Да, дочь сейчас уже будет совсем не набраться. Ну что, дети, давай прощаться. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем пока-пока. Пока. Мы будем снимать дальше прикольные видосики с распаковкой.